Магнит, короче, смотрите, вы должны открыться после переустановки, после 3 дней после переустановки, понятно? Да, конечно же, понятно. Хру-хру, до свидания, возвращайтесь побыстрее, я еще это не успела у вас там закупиться кетчупом. Вот, за это, вот, держите бургер. Он упал. Ну, Хруха, ну как так? Я же покупала его за 200 рублей в 7 утра в Макдональдсе, ёлы-палы. Хруша, подниму, вот, забирает свой бургер. Спасибо. Все, приходите побыстрее, а мне надо быстрее идти. Там это, в гараж. Так, короче, все расходятся. О, ребятки, короче, я вас... Ребятки, ёлы-палы, как вы здесь появились? Короче, ребят, всем привет, вы на канале... Я что-то упала, вы на канале Мурмэр, с вами я, Китка Мурытка. Сегодня не знаю, где фон, но ладно, забьем на него, он все равно дурачок. Хруха, которая повернулась опять своим задиком, попадиком, как еще можно, что в ритму можно к этому придумать. Моя хрухонька хорошая. Это не в ритм, извините. Хро-хро. Так, короче, здесь это все расходятся. Ой. Так, надо быстрее идти в Макдональдс там делать. Так, все расходятся. Так, сейчас, ребят, я напишу кое-что в телефоне. Так. А, тоже я давайте Фоньке сейчас позвоню. Так, короче, набираю. Так, звоним. Тут, тут. Тут. Оставьте голосовое сообщение. Еще раз, странно. Тут, тут, тут. Оставьте голосовое сообщение. Так, ладно, оставляю так записать. Афон, это если ты сейчас меня слышишь, пожалуйста, ответь, потому что я до тебя не могу дозвониться. Все, закончить. Так, ребят, странно, Афоня что-то не отвечает. Все, записываю в телефоне. Ага. Ой, ребят, я что-то упала на кадре. Вот, за кадром. Поэтому это, кстати, пойдемте разгадаем, что там у Афони. Смотрите, там что-то это, какой-то самолет. Похоже на Among Us, знаете, такую игру там, короче, это. Пойдемте посмотрим, здесь все загружают, ага. Так, проходим, ой, какая-то фигня. Очень похоже на Among Us, знаете, там мусор выкидывают. Ладно, давайте. О, странно, странно, Among Us. Ой, электрика прям все. А, труп! Труп. Ладно, Афоне не сказать, но это вон валяется там. Короче, о, еще один труп. Вон. Так, скорая помощь. Опа, ну а смотрите, самолет. Это, как его, самолет Among Us, ну как-то так. Так, давайте зайдем в KFC. Ой, здесь как пыльно. Ой, мебель вся пропала. Ой. Чего столько пыли? Давайте, ребят, пролезаем. Что-то дверь в KFC Афон. Кстати, ребят, я нахожусь на Афонной территории города. Странно, его что-то нет. А мням тоже куда-то уехал. Ой, чуть не упала. Ай, лапку подвернула, ребят. Так, я зашла, короче. Ой, здесь Амокс. Ой, труп нашли, я выбегаю. Зол упала. Так, там труп, ребят, был. Так, давайте это найди. А, я ж не в Амонкасе точно. Смотрите, тут серьезно зеленого труп. А здесь фиолетового, странно. Так, ой. Ой, кто-то встает, что, ребят. Что происходит? Ой. Ой. Афоня! Так, аптечка, аптечка, достаю. Вот аптечка. Ой, так, где больно? Не знаю. Где больно? Голова болит. А, голову надо, давай, оп, все, все нормально? Ну, получше. Вот там Амокус! Да не бойся, Афоня, он, наверное, не предатель. Он, видишь, это только что, наверное, что-то чинил. Наверное. Ой, что-то там прорисовывается. Духи вот этих трупов. Стой, трупы, а кто предатель? Афоня, отстань от меня! Бежим, кто-то предатель! А, это ты, Афоня, это ты! Это Афоня! Ребята, все голосуют против Афони, Я в автобус. Так, где кнопка? Афоня, где кнопка? Я не предатель, ты чего, я сам лежал. Так, короче, где кнопка? Куда нажимать, тут челик вон идет. Это вообще на крышу залез.
Елы-палы. Так, где кнопка? Елы-палы. Ищем комнату. А вот отстань. Это, я нажимаю. Тут. Кто предатель? Это Афоня, 100%. 100% Афоня. Это Афоня, 100%. Да это он притворялся. Я не мог, ты же видел, мне было плохо. Я даже на телефон не отвечал. Ничего, ты специально... Это Афоня, 100%. Я верю, киска, это Афоня. Нет, нет, это киска, это киска, 100%, 100%. Да, это вообще она, раз она так говорит. Нет, это киска, да, это киска. Кто пытается на другого свалить, это он. Это киска, да. Нет, это Афоня. Да, это Афоня, 100%. Это Афоня. Ой, все на Афоне, ха-ха-ха. Стойте, а где тут Амогус? Который там стоял. Пом-пом-пом. Ребят, если что, мы сейчас не в реальном Амонгасе. Ну, как вы видите, там же магниты не стоят. Мы сейчас просто заигрываем как-то. Ладно, мы не заигрываем, мы все равно расследуем дело. Очень странно, там, кстати, прорисовывались эти духи какие-то. Чуть-чуть, да, Фон? Ну, ты не видел, наверное, у тебя голова болела? Да. А где тот Амогус? Стойте! Это вам загасили, смотрите! Ну, я теперь останавливаю там все. Этого загасили с продуктами. О, где-то предатель. А, где-то предатель ножиком скрипит. Ребята, надо голосовать немедленно. Так, короче, кто это предатель? Это Афоня, 100%. Нет, это не все, меня. Выкидываем. Не Афоня. Все, конец голосования. Давайте голосуем. Это Афоня, это Афоня. Так, смотрите, вот он... Он, я, ой, а, этот упал. Ой, я упал. Я, и она, вот смотрите, мы вчетвером проголосовали за Афоню. И только трое за меня, поэтому Афоня. Значит, и я за тебя голосую, я четвертый. А, значит, ничья. Так, ребята, расходимся, получается. Я все равно тебя сторожить за фон буду. Так, короче, тут. А, реактор тут. Сломался реактор, чиним. А, где? А, предатель, быстрей. А, реактор чиним. Тебя это мы втроем проголосовали, а за меня только двое. Ну ладно. Ну тогда Афоня пока, даже все. Кряква пошла. Ну все. Так, смотрим. Все голосуем. Итак, член экипажа Афанасий не был предателем. Мы слили для того. Пам-пам-пам. Па-па-пам. Так, расходимся. Хруха пошла задание выполнять. Ой, здесь дух Афони, походу. Да, за что ты меня слила? Ты я... не знала, что это не я. Так, я пошла задание выполнять. Итак, о, Афоня, я тебя тоже вижу. О, прикольно. Так, пойдем это туда. Пойдем. Аккуратно, сюда не ходи, а то у тебя это, того. О, прикольно.
короче, смотрите, ребят, я тут делаю задание, вот смотрите, хоп-хоп, все я сделала, видели? Да. Так. О, меня Афоня зовет. Афоня, что такое? О, труп! Тут! Нашла труп! Кто? Вон женщина. Короче, кто это? Я думаю, это киска, она гнала на Афоне, это стопудово она. Хру, я тоже так думаю. Так, Амогус, короче, это... Стойте, у него ножик в руках. Я думаю, это он. Да, это он, у него ножик. Да, короче, все против него. Так, смотрим. За меня все проголосовали. По-любому он. Ребят, за меня все проголосовали. Хруха, она и Амогус. Короче, все, меня слили. Член экипажа киска Мурмер не была предателем. Я, короче, ребят, киска Мурмер, прикол. Я тебе такой ник сделала и, короче, вообще кайфую. Блин, ребят, меня слили. Ладно, буду делать задание. Так, провожу электрику. Так, они расходятся. Смотрите, Хруха пошла. Так, она делает задание, она чиста. Вон, машина пошла делать. Так, там кто-то что-то скрипит. Ладно, я пока делаю задание. Так, здесь тоже идут. Тоже делают задания. А Амогус как? Стойте, где он? Так, Афоня, лети сюда. А Амогус куда? А, вот он. Смотрите-ка. Так, ну... А, это он. Я знала, что это ну, он. Это я знал. А ты на меня гнала. Я знала. Так, кто? Так, ну, голосование, наверное. А, труп! Тут. Мы что ли сдаем? Афоня, лети сюда, будем смотреть, кто это. Ну, хотя мы все знаем. Так, вот они все тут. Блин, прикольная серия, ребят, получается. Афоня, лети сюда, давай. Афоня летит, вон, летит, подлетает. Смотрите, мы все такие трупики тут собрались. Меня подождите. О, все, я приплыл. А, я упал. Ой. Так, смотрите, мы все тут. Давайте смотреть. Все-таки должны кого-то слить. Так, я голосую против тебя. Не успеваю голосовать. Ну что ж, ребятки, мы выиграли. Смотрите. Угу. Конечно, мы все трупики, но женщина молодец, отлично. Все, ребята, мы выиграли все, мы восстаем, возрождаемся. Смотрите, вообще кайф. Афоня, ну как тебе игра? Отличная игра, только ты вечно против меня голосуешь, и зря. Всегда зря. Тебя просто в начале игры слили. Просто в начале. Ребят, да Афоня просто в начале. Смотрите, даже в Макдональдсе этот Амогус от злости дверь просто... Смотрите, даже у нас тут самолет с Амонгасом есть. Это просто такие вот украшения. Посмотрите, как мы сегодня классно поиграли. Мы никто не знал, то, что он предатель, этот Амонгас, но мы узнали все, ребята, поэтому сейчас мы будем прощаться. Посмотрите, как мы тут красиво. Ну, конечно, мы все валяемся, дохнутые. Ну, ребят, смотрите, мы играли почти 2-3 дня, и этот магнит скоро откроется. Вон там почти сделали переустановку. Вот такая вот крутячая у нас серия. Так что, ребята, давайте. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и пока! Тут. Короче, все, я пошла Макдональдс открывать. А, точно. Ночью настает, тогда я тебе зайду проверю. Так что, ребята, это, кстати, в следующем видео мы покажем, как мы доставляем друг другу еду. Все, ребят, я пошла кушать. Афоня тоже, смотрите, пошел за мной. Хру, всем пока. А, меня подождите, я жрать хочу. Все, ребят, всем пока. Хруха, подвинься.